Так. И Еремия Финк приглашает тебя на лотерею 6 июля. Очень. Да. Так, ну здесь вкусностей всяких может напрят или нет. Так, ну вот, как я и говорил. Пусто, правда. Ну ладно. Также надо смотреть здесь. Когда смотришь, например, чье-то прохождение, то гораздо больше косяков. Ну, я, например, если посмотреть на свое, да, там, то косяки небольшие замечаешь. То есть во время игры ты вроде все рассматриваешь, так ничего не пропускаешь. Потом подходишь, ой, потом смотришь и понял, что ты что-то упустил. Так, секундочку. Все. А, давайте уж сразу осмотрим здесь что-нибудь, если вдруг что-то интересное есть. Ну, не будем пропускать. Извини, парень, здесь перекрыто. Здесь перекрыто, да, все ясно. Хорошо. Надеюсь, они не возражают, что я тут смотрел фургончик. Ну, считайте, я. Так, провизия. Чё? Роберт и сын. Видимо, все, что от них осталось. Ладно, ну, сыр там написано. Ну, ладно. Самые разные припасы. Ну, нам не нужны никакие припасы, ибо у нас нету того, чего нужно расходовать. Так, аптечка соли, ну, все стандартно. Так, вот здесь еще что-то. Банан. Ну, нам это не нужно, ребятки. Так, там где-то какая-то песня. Серебряный орел нам нужен. Ну, сладковато, я думаю, она не будет за деньги. Итак, лотерея 1912 официально началась! Эй, мистер! Мистер! Да нельзя, значит, нам сюда. Извиняюсь, платить нечем. Глупый. Участие в лотерее бесплатно. Ты что, с луны свалился? 77. 77? Это счастливый номер. А, 77. Буду за тебя болеть. Помните, нам говорили в письме в каком-то. Это ли не самая красивая белая девушка во всей Колумбии? Итак, побеждает номер 77. Ну да, ну да. Надо же. Здесь, вот он, вот победитель. Номер 77. Может забрать приз! Бросок! Нет! Прошу вас, не надо! Это я виноват! Пожалуйста! Не надо! Ну что вы чё? Делаете? Ну так что? Да они не настоящие люди. Или ты теперь тоже любишь черный кофеёк? Это я вам нужен! Ну? Бросить пару. Попался. Надо что-то с этим делать. Прошу. Ты тратишь наше время. Сейчас ты у меня получишь, сукин сын. Это он. Интересно, а если бы я в пару попытался бросить? Откуда у тебя этот знак? То же самое. Ты что, было не бы. Знаешь, что это печать ложного пастыря? Ложный пастырь. А нам тут никакие лжепастыри не нужны. А ну вперед, парни, навались! Чё нажимать, чё нажимать? Да, жестко. Держи его! Лживый пастырь хочет забрать нашего агнца! За ней, быстро! В надо было нажать, я не успел прочитать. Живее!
обыскать. Блин, я не успел, что мне там написали, блин. Капец, пропустил. Ой. Блин, что-то я тупанул. Там что-то написали мне, а я не успел прочитать. Точнее, я не тоже не успел, я случайно нажал. Ладно. О, это что было еще? Ну-ка, давай-ка ко мне. Ребятишки. Правда, под кнопочка не очень удобная, надо переставить. О, пистолет дали. Обалдеть. Я имею в виду переставить на какой... На Q, наверное. На Q удобнее, чем на V. Почему на V? На V. Может быть, на Q что-то другое? Ну-ка, Q. Ну, на Q пока ничего нет. Давайте в настройки. Итак, клавиатура, мышь. Так, выстрелить. Вот. Нет, не использовать. Так, ускорение. Надо букву В искать где-то. Вот. Казнить. А это что тут? Вариант второй. Вот. Ну, давайте Q. Чё? Чё-то другое, да, произошло? Открыть меню энергии. Ну, давайте Tab. Да ёб. Ну, давайте... Блин, чё я сделал? Давайте Т. Все. Так, как сохранить? Сохранить. Все. Какое-то меню энергии, что это такое-то вообще? А, это, наверное, свои способности какие-то. Но у нас пока только одна способность. Так, ну вот какой-то золотой пистолет. О, опять этот символ. Вы узнаете уже пророка по печати его. Ну, это все фигня, на самом деле, мы не уже пророк. Так, кстати, давайте... Да, все отлично. Так, ладно. Теперь осталось привыкнуть только к... Но мне это начинает нравиться, друзья мои. Почитаем. Я же говорил, Гансток, пообещай им рай, и эта шваль будет ждать, что всю работу за них сделают херувимы. Никто не хочет быть слугой в Царстве Небесном. Ничего. Я знаю парня в Джорджии, который поставит нам каторжников-негров. Поможем убогим возвыситься, если тебе от этой мысли станет легче. Сумка деньгами. Будем все жрать на своем пути. Так. Позволяет гипнотизировать людей, когда когда действие энергии заканчивается, жертва убивает себя. И... Ну это шикарно просто. Теперь гипнотизер превращает машины и людей в союзников. А до этого чё? А, или... Зажмите... Раньше только. Нажмите ПКМ. Зажмите, а затем отпустите ПКМ. Почему здесь нажмите ПК правую кнопку мыши, чтобы сделать машины или... А, затем... А, зажмите. А затем отпустите ПКМ, чтобы поставить ловушку гипнотизер. Зажмите, а потом отпустите. Ну, здесь похоже, здесь тоже ведь принцип, нет? Принцип. Давайте попробуем. Там машина. Он себя должен убить только потом, да? Офигенно. Так, здесь что-то много всего. Так, я не понял.
Ой, стоп. Стоп, стоп, стоп. Подождите, а как прицеливаться тогда? Не понял. Вот это странное движение вперед, назад. Так. А что, нельзя прицеливаться? Использовать бой. Выстрелить. Прицел. Z. Да вы офигели. Наоборот. Я так и думал, что СКМ. Думаю, ну ладно. Так. Чтобы закрепить. А вот здесь ПКМ. Ну все, молодец. ПКМ. Все, все верно. Во. Нормально, чё. Так. Почему враг? Сейчас будет заварушка. А, наверное, он... Не знаю. Воу! Какого это... А, Q надо нажимать. Соли. Соли. Боеприпасы. А, не влезают. Ух ты, как я тоже так хочу. Это не зажимное оружие, я так понял. Дьявол тебя заберет. А чё они все с дубинками? Ну, это легкие противники пока что. А здесь мы уже были как раз-таки. Ну, я специально тут вату оставил. Где? Кто мне это говорит? Ну-ка, покажись. Так. Вот так делаем. Да? А мы пока в автомат зайдем. Так. Восстанавливает здоровье. То есть с собой взять, я так понимаю, нельзя, да? Так. Хорошо, надо вникать в игру, а то что-то я торможу. Стрелять-то я умею, я просто пытаюсь разобраться, вот всякие вот аптечки, а всякие вот как... Бляха ты, муха. Обалдеть, здоровья вообще нет. А, давайте, кстати, проэкспериментируем, посмотрим, что из этого выйдет. Так. 80%. Ну, конечно, выгоднее 80%. Хотя... так, да, естественно, выгодней. А, ну, будем знать, Все, больше не будем пока тратить деньги. Так, здесь все. А, что там? А вот и аптечка была. Да ёпарсете. Пытаюсь в голову попасть. Ёпарасоте. Сложно достаточно. Ну, может, с непривычки. Ну, вообще, косоват, честно. В голову, конечно. Для меня это эпик. Ну, я буду часто попадать. Зовите пожарника! Вот, пожалуйста, пошли люди, которые с оружием. Да блин, ну в 5 орлов в кассе, ну что-нибудь поинтереснее не могли нарисовать? Здесь и то, наверное, больше. Так, здесь ничего. Хорошо, может быть, что-то я и пропустил. Здесь только что-то. Ну ладно, погнали. Вот с этих еще надо пособирать. Пусто и не густо. Ну, всегда так, либо пусто, либо не густо. Вообще ни хрена нет, говорю же. Соли там я вижу, да? Или что это? А с собой почему нельзя взять-то? Вот это тупизм реальный. Да-да-да. Становится все жарче. Что происходит? Сейчас начнется. Первый босс. Интересно, на него действует вот это? Ах ты! Не понял. Ха.
Энергетик? Так. Поцелуй дьявола. А, один раз живем. О, зря выпил. Руки сгорели. Соли пополнили, заметили? Нажмите, чтобы бросить зажигательную гранату. Увеличилось. Зажмите и отпустите, чтобы создать взрывную ловушку. Чё зажать-то? Не пишет. Ух, это не пробник. А чё? Вот, обучение. Так. Если у вас есть поцелуй дьявола, нажмите СКМ, чтобы бросить зажигательную гранату. Нажмите, а затем отпустите СКМ, чтобы поставить взрывную ловушку. Зажмите, а затем отпустите. Ну, типа на землю, что ли, или чё? А как... А, вот как выбирать, как раз таки Т-буква. Ну, соли полны. Кстати, а почему соли опять? А, вот, здесь больше, смотрите, здесь. Видите, здесь больше ячеек. Так, ну... Все я тут собрал, нет? Ой, ну ладно. Просто он точкой какой-то. Здесь соли. Ну, пока одаривают солями. К сожалению, забрать мы их не можем. Так, вот там уже я вижу этого. Ух ты. Валим. Я хочу попробовать, знаете, чего? Ну, ладно, давайте эту. Тебе нафига? Он какой-то слабенький. Сейчас, ой. Покажи, на что способен. Ну-ка, вот так и... Ну, как ловушку-то сделать? Вот это что, ловушка, да? Смотри, сейчас посмотрим. Так, ладно. Где тут, вот, соли? Нормально. Ну, неплохо. Но, видимо, это ловушка. Блин, ловушку, да, ёпарсете. А-а-а! Нельзя, что ли? Ну, ладно. Так, все. Тут бензин, кстати. Можно было на бензин, наверное, кинуть, взрыв бы был мощнее. Ну, это в воздухе летает. Привычно, чё, это же... Игры. Так, хорошо. Дают нам потренироваться пока. Нормально, не очень сложно. Играется, да? Все по максимуму. Хорошо. А дальше... Нам предстоит, наверное... О! Более сложная какая-то работа. Блин, ну это вообще... Ну я говорю, либо пусто, либо не густо. Обалдеть просто. Так, а заметили, что уже нет никаких горожан? Ну, если куда-то все уже ушли. Так, это что такое? По-английски. Ну, это, видимо, ресторан. Судя по всему, что... Синяя лента. Судя по всему, что я вижу, это ресторан. Обалдеть, хлебушек. Так, что у нас тут? Урна. Здорово. И, пожалуй, можно идти внутрь. Так. Крыши центра Комстока. Опа. А, мы отсюда пришли. Ну, здорово. Помещение какое-то уже. Ой, что-то я жру, у меня в глазах мутнеет.
ну, точнее, у нашего персонажа. Эй, а почему солей так мало? Я вроде пополнял, вы сами видели. Хм, странно, ну ладно. А вот это, кстати, зелье... Поцелуй дракона можно чаще использовать. Так, абонентами Seasound Pass, или если как читается, дает вам 4 предмета снаряжения и золотые улучшения для пулемета и пистолета. Ой, что я сказал? Абонемент. Абонентами, или что я сказал? Обалдеть. Так. И... Да ёп, вам доступны. Окей, окей, я понял. Да ёп! Заколебали. Сразу же все дали бы прочитать. Ну тут, блин, неохота все это смотреть. Ну давайте один посмотрим, что там. Ну вот, собственно говоря, да. Рассказали, как там, как Колумбия оказалась здесь. В какой-то степени. Так. Новый предмет. Брюки. Призрачный солдат. Шанс 70%. Что враг, убитый энергетиком ловушкой, станет призрачным союзником. Подожди. Надо посмотреть, что тут. Так, шанс 70% оглушить противни. Так, вы противника в рукопашной. 4 секунды жертва уязвима. Какой сильный? Сильного? Вы идете за мной? Сильного противника или какого? Новый предмет. А, на аэротрассах оружие наносит на 50% больше урона. Ну, мы аэротрассами пока не пользуемся. Так, обоймы для... Всего оружия увеличивается на 75%. Но, честно говоря, вот тут мне что-то понравилось. Так, что тут у нас? Ну, давайте пока возьмем. Подожди, а все можно взять, что ли? Обалдеть, все взять! А я думал выбирать. Там вроде сказали... А, 4 предмета. Ну вот, собственно говоря, есть эти 4 предмета. Значит, 5-й нам придется заменять, походу. И вот еще. А, можно надеть. А я взял. Так. Если человек, находившийся под действием гипнотизера, это наша функция с солями, которая убит, он взрывается. Так. Ничего не понял. Куда вот эти делись снаряжения? Как их посмотреть? Так. Настройки клавиатуры и мышь. А, так, ускорение. Выстрелить. Так. Вот они, энергетики. Какие-то. Навигация, интерфейс. Интерфейс. Так, один, два, ну сколько их много может быть? О! Так, это задание у нас. И буква N. А, ну это мы знаем. Так, а как управлять? Так. А, вот, собственно говоря, снаряжение. Так. Карабин, ну это оружие, которых у нас нету, насколько я знаю. А, предатель. А где те другие снаряжения-то?